В агрогородке Житчи прошел районный праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Пинчины. В год Малой Родины в актовом зале Дома культуры собрались люди, которых объединяет любовь к своей родине и желание сделать нашу страну еще сильнее и прекраснее. Праздник богатого урожая, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, прошел красиво, торжественно и красочно. Вместе со съемочной группой окунемся в атмосферу мероприятия, главными героями которого стали труженики земли Полесской. Все, что мне видится, все, что мне слышится, все, чем живется и все, чем мне дышится, мне подарила земля моя вечная, самая добрая и человечная. Песнями и стихами чествовали в этот день тружеников полей и ферм, работников предприятий агропромышленного комплекса, людей, чьим трудом создается продовольственная безопасность и богатство Беларуси. Символом главного сельскохозяйственного праздника года стал каравай из муки урожая 2019. По традиции его вручили председателю Пинского районного исполнительного комитета Игорю Брилевичу. В своем приветственном слове Игорь Максимович отметил, что День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса является важнейшей праздничной датой для жителей Пинщины. К своему профессиональному празднику труженики Пинщины подошли с заметными достижениями, благодаря которым сельскохозяйственные предприятия и предприятия переработки вносят свой вклад в результаты работы народно-хозяйственного комплекса Брещины. Богатство района в людях, которые приносят ему победную славу, которые трудятся, не покладая рук. Благодарность за созидательную деятельность, настойчивость и упорство в достижении целей, за любовь и преданность родной земле. Слова благодарности адресовал труженикам Пинщины первый заместитель председателя Брестского облисполкома, почетный гражданин Пинского района Валерий Рябковец. Валерий Васильевич отметил, что Пинский район является валообразующим и имеет положительные тенденции. Хлеборобы, механизаторы, операторы машинного доения – люди всех профессий, плоды труда которых мы можем оценить по достоинству, сполна заслужили народное признание и благодарность. Большая группа передовых тружеников хозяйства и предприятий района была награждена почетными грамотами и благодарностями. Юбилейными медалями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 100 лет органам Государственного управления сельского хозяйства и продовольствия Беларуси – награждены председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич, заместитель директора Открытого акционерного общества «Парахонская» Николай Банцевич, директор Открытого акционерного общества «Плещицы» Дмитрий Шпаковский. От имени органов власти всех жителей города Надпины за то, что своим каждодневным кропотливым трудом селяне обеспечивают возможность видеть на своих столах изысканные, разнообразные, качественные продукты, поздравил их с праздником председатель Пинского горисполкома Иван Рябковец. Поставка вашей сельскохозяйственной продукции в город позволяет нам обеспечивать прекрасное питание в детских садах, в школах, в больницах. А поставки сырья на предприятия перерабатывающей промышленности создают новые высокооплачиваемые рабочие места для горожан. Спасибо вам за то, что вы обеспечиваете не только продовольственную, но и экономическую безопасность для Пинского региона. Город Пинский, Пинский район всегда были надежными партнерами. Мы и в дальнейшем надеемся на наше тесное, плодотворное сотрудничество. И хочу заверить Игорь Максимович, что сельчане всегда могут рассчитывать на помощь горожан. Дожинки – святой праздник для каждого, кто навсегда связал свою жизнь с землей, кто своим трудом и любовью возделывает и приумножает ее богатство. И потому она всегда будет щедрой и плодородной. Пинский район – это валообразующий район Брестской области. Приятно, что они уверенно идут вперед, что они видят перспективу, решают те проблемы, задачи, которые стоят перед ними. Ну, я скажу, приятно вот смотреть,
на те достижения, которые сегодня есть у них. В этом году мы сумели значительно увеличить валовый сбор зерновых и зернобобовых культур. Наблюдается неплохая положительная динамика по продукции животноводства, поэтому в целом сельскохозяйственный год для Пинского района можно назвать удачным. Те предприятия, которые традиционно являются лидерами, флагманами в Пинском районе, они подтвердили это высокое звание. Отрадно то, что и те предприятия, которые прежние годы демонстрировали несколько более скромные результаты, в этом году также значительно прибавили, и в них динамика также позволяет говорить о том, что они вышли на стабильную продуктивную работу. Люди земли Полесской, гордость ее и соль. Пусть каждый сельскохозяйственный сезон приносит им новые громкие победы. Полнятся хлебные закрома, и весомыми будут привесы, полновесным будет наш общий каравай.